Овсянки – маленькие юркие птички, которые входят в семейство овсянковых. Ростом эти малышки не больше воробья. Овсянки никогда не вырастают крупнее 25 сантиметров. Встретить этих птиц можно практически на всех континентах, но особенно часто они встречаются на европейских территориях и в Новой Зеландии. Приветствую, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем интересные факты об овсянках. Насчитывается более 30 различных видов настоящих овсянок, и это не предел, поскольку работа по классификации этих пернатых до сих пор не закончена. Семена овса – любимое лакомство этих птиц, за что они и получили свое название. Овсянки не стремятся избегать людей и часто селятся рядом, в городской черте. Обожают гнездиться недалеко от фермерских хозяйств, где легко можно раздобыть семена зерновых культур. В пищу овсянки употребляют семена растений и злаки, но иногда могут охотиться и на насекомых, кузнечиков, бабочек, гусениц и пауков. Прежде чем подкрепиться растительной пищей, овсянка заглатывает несколько мелких камешков, которые словно жернова перетирают зерна в желудке. Обыкновенная овсянка напоминает канарейку, ее голова и тело окрашены в ярко-желтый или золотистый цвет. Овсянки – певчие птицы, их негромкие, но мелодичные трели порадуют самого искушенного слушателя. Есть мнение, что композитор Бетховен при создании знаменитой Пятой симфонии вдохновлялся пением этих пернатых. В некоторых европейских странах огородных овсянок отлавливают и употребляют в пищу. Мясо этих птиц считается деликатесом. Овсянки – перелетные птицы. Несмотря на малые размеры, эти пернатые способны на длительные перелеты на значительной высоте. Самцы овсянок первыми улетают на юг и возвращаются в места гнездовья тоже раньше, чем самки. За один сезон овсянки могут вывести два потомства, что является редкостью для птиц. Средняя продолжительность жизни овсянки 3 года, но известна птица-долгожитель, прожившая 13 лет. Популяция овсянок многочисленна, однако сегодня количество этих птиц стало сокращаться с огромной скоростью. Из-за бесконтрольного истребления в некоторых регионах Европы овсянки стали большой редкостью. На этом все. Пишите другие интересные факты об овсянках в комментариях. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!